что я собралась. Прилично голову помыла. Все как надо. Губы не накрасила. Сейчас накрашу. А что толку красить, маску оденешь? Я все время забываю. А потом помаду размазываю. В Питере листочки. Это не Мурманск. Видите? Ветерочек. Ну как Питер без ветра? Это как Крым без ветра. Такого не бывает. Привет, метро. Слушайте, уже 60 рублей билетик-то. Как-то прям так незаметно, да? В метро еще все-таки люди есть в масках. А в автобусе, вот сейчас я ехала до метро, вообще одна я в маске. А в метро еще как-то. Ну, прям чувствуется весна в Питере. Я как-то последний раз-то была на Новый год. Сейчас прям красота уже. А вон следующий вагон. Вон, видите, даже вон бабулечки без масок. Ох, питерцы, совсем страх потеряли. Оранжевая ветка, она короткая. 8 остановок всего. А для меня так вообще 6-я остановка, и я в центре. Если прикинуть по времени, примерно 3 минуты от одной остановки до другой. С высадкой, с посадкой. Так что получается минут 20. Больше всего времени уходит на вот эти эскалаторы. Метро в Питере глубокое. Вот. Пока доедешь вниз, пока вот доедешь наверх, больше всего времени уходит. А так быстро. Ну, наконец-то доехали. Обожаю Питер за его архитектуру. Просто обожаю. И готова многое-многое простить. Каждый раз, когда езжу одна без Саши, путаюсь в выходах и выхожу в другом, ну, дальше месте. Получается, что я под землей уже нахожусь, выхожу наверх, уже устала. Забываю все время. Ну, вот прям выходишь, и вот она тебе красота. Я вот из-за архитектуры Питеру прощаю и вот этот ветер, и непогоду, дожди. Ну, самокаты вон на прокат. Так, ну, мне осталось самое дойти. Для кого-то это тут идти просто буквально 5 минут. Ну, пойду. Зато на дома посмотрю. А вот этот храм мне не нравится. Он новодел какой-то непонятно. Не очень.
торговый дом купца Яковлева. Ну, видимо, был раньше. И теперь торговый центр. Какая прелесть. Спасибо вам большое. Спасибо. Я сама такое делаю. Да, я знаю, сколько это работы, труда. Умница. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо и вам тоже. Ну вот клубника, вот корзиночка пластиковая, 150 рублей. Ананасы 100 рублей, две штуки 150. Очень демократичные цены на улицах. Какие дома. Девчонки, а подорожало все. Не только метро. Обувь, магазин, вот я проходила. Он был в прошлом году и зимой. Там все по 500. Сейчас все по 600. Ой, наверное, и камушки подорожали. А вот этот дом просто моя любовь. Посмотрите, какая красота. А дальше там вон Невский проспект. Ну, я почти дошла. Так, кто будет в Питере, кому нужен Апраксин двор? Доезжаете до метро, Сенная площадь или Спасская? Ну, это одна остановка метро, только разные ветки. Выходите и идете направо. Вот доходите до этого здания. Ну вот, и тут вот будет направо вход. Идете вот мимо вот таких магазинов, идете. Вот. Потом направо, и прям там все понятно. Вот такой вот вход. Вошли. И вот идете прямо, не сворачивая до конца. И слева последний магазинчик будет с камушками. Ну, сейчас я туда дойду. Может, его уже и нет там. И скажу, есть он или нет, и покажу. Вот авокадо. 4 штуки, 100 рублей. Ой, да тут, господи, девчонки, знаете, как говорят? От иголки до ракеты. Девочки, я даже не дошла туда, вот в тот магазин, который я говорила, прямо и слева там магазинчик. Вот магазин «Сафари». Девочки, просто неподъемный пакет. Просто неподъемный. Мы разговорились с парнем с этим. И он мне говорит, ну что ты выбираешь? А у него там коробка, который по одной штучке там бусины, да? Ну, какие-то элементики. Бери сразу коробку за 2000. Я говорю, у меня денег мало. Он говорит, а вот что ты выбрала, я тебе отдам подешевле, а ты возьми вот эту коробку. Девчонки, вот на 5000 я оставила, но тащить тяжелое. Понятно, там что-то придется выкинуть. Что-то. Это всегда так бывает, но много там и того, что мне нужно. Вот. Но я вам дома, конечно, покажу. Так что я уже все, поеду назад. А что мне уже тут делать? Ну, не выдержала. Зашла еще за стеклом. Еще бусинков купила. Ой, все, сейчас еду домой вам показывать богачество. Ой, девчонки, еле пакет донесла. Сейчас домой приеду, взвешу. Господи, тяжесть какая. Но зато сколько красоты наделать можно. Ой, все, я уже хочу Черноморское.
вот сейчас дома вам покажу, и вы меня поймете. Смотрите, какой ледовый дворец у них тут. Огромный. Хоккейный. Это метро проспект Большевиков. Зашла в Реал. Надо кефиру купить. Ребята вечером хотят ехать. Ну, в магазин закупаться. Продукты не у меня. Нужен кефир. Так. Так. Когда у него? До 11 мая. Так. А так мы вчера что-то купили. Сейчас я буду борщ варить. Так. Вот такой обычный магазин. Ну, есть еда готовая. Ну, цены, собственно, такие же, как в Мурманске. Ну, примерно, да. Так. Хочу грибов. Прям хочу. Но боюсь. Хлеб у нас есть. Вот так. Так, там дальше спиртное. Ну, в общем, мне не надо ничего. Больше, кроме кефира. Все время хожу, ищу зеленые чаи для Вити с Олей. Так. Так, тут всякие колбаски, мяски. Салатики тоже. Сало хочу тоже. Тоже хочу. И нельзя. Вот так. В общем, как везде, ничего тут особенного нет. Как по-разному живут люди. Вот я, да, в Черноморском. Могу выйти хоть без трусов. А кто меня видит за моим высоким забором? А тут что Москва, что Питер. Мурманск-то, конечно, меньше город намного. А тут, ну, просто человека-муравейники. Человек ко всему привыкает. Какие-то есть минусы, какие-то плюсы везде. Да. А что это, яблочек? Да. Ой. И тайга там тоже нюхает. Привнюхивается. Яблоки, да? И волосы. Салфетку надо поменять ему. Написал. Давай правильно, правильно сначала, да. Да. Лежать. Молодец. Как на выставке. Вот так вот, дрессированный пес у нас какой. Да. Ну-ка. В домик.
родину продаст за яблоки. Все, да. Так, мои дорогие, а я хочу вам показать, сколько килограмм я каменьев притащила. Ну-ка, 6800. Почти 7 килограмм. Ну что, скоренько показываю вам, что я купила. Вот это я купила из-за вот этих жемчужин. Я купила вот такие кирпичи, флюорит. Флюорит. Вот. И вот так. Вот. Так что этих у меня всего 3. Кому нужны крупные бусы, бронируйте. Так. Наконец-то у меня попались бейлы для шарфов под золото. Так что теперь буду делать еще лучше. Ну и изюминка на торте. Или вишенка на торте. Вот этот тяжеленный мешок. Я уже так чуть-чуть порылась тут. Девчонки, чего тут только нет. Вот смотрите, вот такие огромные 2 стеклянные бусины. Но пока 2, может быть, еще будут. Данте! Данте! У нас мальчик хромает. Сегодня поедет на рентген. Что-то случилось. Ну, во-первых, огромное количество перламутра. Прям вот их много. Это, видно, порвались несколько браслетов. И их прям много, вот этих белых. И цветные. Вот, я знаете, что хочу? Господи. Маленький. Я хочу все это разобрать. И потом сделать отдельное видео. Ну, какие-то вещи, конечно, какие-то, в смысле, детали придется и выбросить. Тут есть какая-то, попадалась мне пластмасса, затерханная уже. А, вот, вот такие вот. Хотя это не пластмасса, но они, видимо, тонированные. И, видите, постиралась краска на гранях, на этих. Вот. Ну, бусины, девчонки, каких только нет. Камень, стекло. Вот такой формы садолит. В общем, короче, я все это разберу, по кучкам разложу, и потом вам покажу это богатство. Так, вот целый браслет, только весь растянутый. Его перетянуть, да и все. Самое главное, собственно, из-за чего я это... У меня вечно проблема. Сатуар делаешь, а вот галстучек, ну, чтобы с 2 дырочками была бусина, нету. А тут много. И много бусин. Ну, может, их и немного, но посмотрим. Вот бусин каменных и очень интересных. Вот, поэтому... Вон какая бусинка. А я люблю, чтобы сатуар... Чтобы там были разные оттенки цвета одного. Тогда его интересно разглядывать. Он не скучный. Понимаете? Вот, так что, лапуськи мои, я на этом заканчиваю. Что ты там устраиваешься все? С вами прощаюсь. Буду все это разбирать. И потом вам покажу, что получилось из этого всего. Ну, я просто вот довольна, прям не сказать довольна. Вон перламутровых, вот таких вот тоже, вон сколько. А я как раз хотела делать перламутровые украшения, и думаю, что-то бы хотелось, ну, у меня их много бусин таких цветных, но хотелось бы что-то, думаю, такое, вот на тебе, такое. Вот что-то отмыть надо, это ценник, что ли, был приклеен, ну, в общем... Короче говоря, все это надо разобрать. И цепочки тут, и чего только нету.
богачество, одним словом. Батюшки мои, чего зашла, разбудила тебя? Ты мой хороший. Да спи, 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 зайка, спи. Сейчас все равно разбудят тебя, сейчас приедут. Да, сейчас папа с мамой приедут. Мальчик. Ой, мои дорогие, какой дождик-то идет. Даня поехал Сашу встречать. Он ее от метро встречает, чтобы она пешком не ходила по темноте. Тут хоть и рядом вроде вот 7 минут идти, но все равно там какая-то улица темная, нехорошая. А время 12 час ночи. А я все тут дела переделываю. Стирки у них накопилось, вот все перестирываю. То там помою, то тут помою. Ладно, мои дорогие, день хороший. А что? У меня и в Мурманске были дни хорошие, и тут дни хорошие. Настроение замечательное. Поджелудочное, тьфу-тьфу-тьфу. Успокоилась и ничего. Ноги только болят ужасно. Ну, что сделаешь? Новые ноги мне никто не пришьет. Так что надо беречь то, что имеем. Вот такие дела. Ну, ладно, зайки мои, заката нет никакого, да и поздно уже для заката. Давайте прощаться до завтра. Всего вам самого хорошего. Спасибо, мои дорогие. Я, правда, не успеваю комментарии читать. Но я прочитаю, время у меня будет. Я прочитаю, поотвечаю. Я про вас помню все время. Давайте, мои золотые, чтобы ничего у вас не болело, чтобы все было хорошо. Хорошего вам вечера. Ой, какого вечера? Ночь уже на дворе. Нет, давайте, спокойной ночи. Завтра проснитесь, пожалуйста, веселыми, здоровыми и счастливыми. Во как! Пока-пока, мои дорогие. Пока.